Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание регионального правительства, где одним из главных вопросов стало обсуждение безопасности дорожного движения в Ленинском районе. По представленным статистическим данным, число погибших на дорогах выросло вдвое относительно предыдущего года. Валерий Николаевич, вы понимаете алгоритм действий, порядок действий? Что конкретно вы, как глава территории, должны предусмотреть, чтобы обеспечить выполнение показателя? Глава Ленинского района Валерий Венцель в своем докладе продемонстрировал детальное понимание проблемы. Мы проанализировали в рамках нашей комиссии по безопасности дорожного движения все 6 случаев, которые произошли в 2018 году. И в 3 из них сработал человеческий фактор. Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части не выявлено. По 3 остальным случаям глава муниципалитета рассказал о шагах улучшения организации дорожного движения. По улице Школьной напротив дома 43 мы добавили, значит, светофорный объект Т7, добавили также искусственные неровности, пешеходное ограждение и сделали опиловку деревьев в зоне видимости дорожного знака. Валерий Венцель назвал еще несколько адресов, где были приняты конкретные меры по изменению дорожной обстановки. Очень важно, что вы в теме и в деталях. Губернатор Подмосковья обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой взять решение этой проблемы под личный контроль.